хороший настрой был у команды изначальный. Все хотели выложиться, показать свою игру. Может быть, у Ривды что-то сначала не получилось, потом они нащупали свой ритм и начали попадать. И мы под эти немножко, может быть, подустали, подсели. Ну, в середине, в большом перерыве сделали коррективы, и тренеру удалось найти нужные слова. Так бывает по сезону, всегда у команд есть спады. Самое главное, что сейчас, сегодня получилось выиграть, но это как бы только промежуточный шаг. Послезавтра будет хороший матч, будем на него тоже настраиваться.